нужно воспевать так, чтобы было слышно вам самим. Not loudly. I mean, you can chant не громко. Можете, конечно, и громко, если, конечно, никого нету рядом. Но если вы, например, находитесь в храмовой комнате или здесь, и кто-то начнет очень громко воспевать, это не очень хорошо. Потому что на самом деле это будет даже оскорбительно. Но мы должны воспевать так, чтобы мы сами могли хорошо себя слышать, различимо. И мне говорили, что даже Прабхупада говорил, что мы должны повторять так, чтобы тот, кто сидит рядом с нами, мог слышать нас, если он хочет.